Во второй игровой день стартового тура группового этапа Лиги чемпионов силами мерились испанская «Валенсия» и итальянский «Ювентус». Летучие мыши 3 года не играли в Лиге чемпионов. А старая сеньора, усилившись звездным Криштиану Роналду, в очередной раз начинает поход за ушастым кубком. Поединок состоялся на прекрасном стадионе Месталья. Вершил правосудие на поле квалифицированный немецкий арбитр Феликс Брых. Начало поединка не отличалось острыми моментами, но все изменилось на 29-й минуте. Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду был вынужден покинуть поле, защитник Валенсии Мурильо упал в своей штрафной площадке. Криштиану подошел к нему, замахнулся рукой, иронически схватил колумбийца за волосы и жестко прокомментировал, как ему показалось, симуляцию. В ответ немецкий арбитр Брих удалил португальца. Но слезы Роналду не сломали туринцев, и еще в первом тайме они вышли вперед благодаря Миралему Пьяничу, который успешно реализовал пенальти на 45-й минуте. После перерыва Ювентус удвоил свое преимущество благодаря очередному пенальти, произошел навес в штрафную, Мурильо толкнул в спину Бонуччи, Брых назначил пенальти, Пьянич делает дубль. В итоге мы стали свидетелями очередного шикарного матча в Лиге чемпионов. Валенсия приложила неимоверные усилия, но не сумела отличиться. Ювентус не без помощи фортуны побеждает.